53-летний Джанлука Ваки, итальянский бизнесмен, который прославился на весь мир благодаря заводным танцам в роскошных интерьерах и эффектной внешности. Кроме того, Ваки до недавнего времени был заядлым холостяком, но, судя по всему, его возлюбленная 25-летняя модель Шерон Фонсека убедила его в том, что семейная жизнь не лишена прелестей. В конце октября 2020 года Джанлука Ваки впервые стал отцом прекрасной девочки. Новоиспеченные родители не скрывали, что наконец-то обрели долгожданное счастье, несмотря на то, что Ваки в ближайшее время не планировал становиться отцом. Тогда, ожидая возлюбленную из роддома, Ваки украсил свой особняк розовыми шариками, игрушечными слонами, мишками и жирафами. Однако с тех пор бизнесмен ни разу не показывал девочку. А совсем недавно Ваки появился вместе с Шерона двухмесячной дочерью, украсив обложку испанского журнала. Ваки также рассказал об испытаниях, через которые проходит в настоящее время его семья. Как оказалось, реальная жизнь молодых родителей не такая беззаботная, как может показаться по соцсетям. Ваки признался, их ребенок родился с врожденной патологией, так называемой волчьей пастью, представляющей собой расщепление ткани твердого мягкого неба, при котором ротовая и носовая полость соединяются. Это заболевание по статистике проявляется у каждого 700-го ребенка и требует обязательного хирургического вмешательства. Правда, внешне эта врожденная патология новорожденных практически незаметна. Однако из-за этого дефекта у ребенка возникают сложности с приемом пищи и дыханием. К счастью, современная медицина научилась корректировать этот дефект еще первые годы жизни ребенка. Ваки уже нашел врачей, которые в скором времени смогут провести операцию и исправить внешность его дочери. «Нам повезло, что у нас есть отличная команда врачей для нашей маленькой девочки, и что в свое время они смогут сделать операцию и таким образом помочь ей жить совершенно нормальной жизнью. Но с другими семьями в схожей ситуации все не так просто, и именно по этой причине мы решили распространить информацию и поддержать фонды, отвечающие за помощь семьям с этой же проблемой», – написал танцующий миллионер под семейной фотографией в Инстаграме. Ну что ж, остается только пожелать малышке удачи и крепкого здоровья. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!